сожженный дом, сожженные автомобили, разгромленные дворы. Вот тоже видно автомобиль российских военных с характерными метками. Ну, то есть это местный автомобиль, который угнали, забрали себе русские. Что-то сожжено. Здесь разгромленный двор, где они тоже стояли, вот выломали ворота. Здесь тоже разбитая машина. Все разграблено, вырваны ролеты. Здесь они грабили людей. Вырывали, пытались проехать, попасть в квартиру. Это последствия прихода русского мира. Вот кому-то во двор. Здесь они грабили. Здесь валяются какие-то их вещи до сих пор. Берцы, какие-то коробки, непонятно от чего. Все разнесено, повыкорчевывали. Ролеты, чтобы попасть в дом. Выкопали что это, могилу что ли? Котенька, ты тут живешь, да? Надеюсь, твои хозяева вернутся. Ага, нет, вас много. Здесь хаос. Все разнесли. Все. Грабили все, что могли. Тут жрали кур, где-то нашли, щипали, ощипывали вот перья. Этот их вонючий паек везде лежит. Валяется повсюду просто. Как метят территорию, как звери этими своими жатвой своей. Ну, вот так вот выглядит. Все, даже страшно заходить в подвал, там тоже, небось, какие-то мертвые люди. Ужас. Вот. Угнали чей-то джип и пометили его своей буквой В, как обычно. Ну, не знаю, подлежит ли он восстановлению, но выглядит не очень. Здесь грабили все. Вот мы видим, въезжал танк, вот остались следы от гусениц. Проломлена изгородь, то есть они вот так вот проламывали заборы, пробивали калитки и заезжали, выламывали двери. Вот здесь тоже был какой-то пролом, здесь тоже заезжал танк. Надпись «Здесь люди», но это наивная надпись, потому что на самом деле она никого ни от чего не уберегала. И вот здесь тоже видим пролом, то есть проезжал, очевидно, тоже танком снесли. Вот здесь гусеницы, следы от бронетехники. Вот танком просто въезжали во двор, все сносили. Здесь стоит машина поцарапанная, побитая. И вот здесь они пировали. Вот здесь даже остались какие-то шмотки, тоже их тельняшки, там это... Мы такое не трогаем, потому что здесь могут быть растяжки, да и вообще нафиг это надо. Ну и здесь вот разграбленное жилье чье-то. Все дома такие. Вот, ага, они бухали, здесь вытянули вискарь. Как бы вот разграбили все, что могли. Здесь какие-то игры вытаскивали. Вот стоит как настольная игра, пытались украсть. Здесь вот какие-то тоже сумки лежат. Здесь вон тоже вещи вытянули. Это они жрали, сидели здесь. Вот тут разгромлено все. Курили кальян, вытянули. Вот жрали свой паек. Русская армия. Здесь вон вытянули все. А, спали, как животные. Вытянули матрас сюда, спали здесь. Мы не будем заходить дальше. Это чужое жилье. И тем более здесь может быть тоже и заминировано все. Вон шампанское вытянули, но не успели выпить. Вот, просто я показываю вам картину, как выглядит после этих свиней. Это натуральная вот орда просто дикарей, которая ворвалась, все крушила, грабила здесь вокруг. И вот эти дома, вот я показываю здесь, вот здесь все так, оно все вот так вот разграблено. Вот вытянули рюкзак чей-то, бросили. Как бы что-то унесли с собой, что-то не унесли.
вот очередное чье-то жилище. Ворота вырваны тоже танком или чем-то. Здесь просто тоже заехали, все буквально перепахано гусеницами. Вот тоже квартиру грабили, все выносили зачем-то, мебель. Валяется холодильник. Для чего? Видно, хотели украсть, увезти с собой. И что-то пошло не так. Не смогли, не успели забрать. Тут. Вони просто відкривали дома. Якщо не могли відкрити двері, вони вистрілювали цим автоматом, заходили і вивозили все, що можна втягти. Таке було взагалі враження, що люди ніколи нічого доброго не бачили. Таке, що вони взагалі не розуміють, як це так можна отак от жити нормально. Вони, по-моєму, це з якоїсь печери повилазили люди. Все, що я можу сказати. Там по Києво-Міроцькій взагалі немає ось там метрів 200 чи 300, немає такого будинку, який би так от не вивели в забор. Оце, бачите, кран стоїть. Так. І оце по вулиці. Ага. Там, подивіться, там дуже наглядно видно, що вони поробили. Угу. Дуже наглядно видно. Не церемонія, ні з чим, ні з ким.